За прошедший год белорусские медийщики столкнулись с небывалой волной репрессий. Если год назад основной проблемой для нас были краткосрочные задержания и аресты журналистов, у нас бывало, что в один день задерживали 20 и даже 30 коллег, то сейчас главная проблема – это уголовное преследование. На данный момент 29 наших коллег находятся за решеткой, и большинство из них – это люди, которые отсидели уже по 8, по 9 месяцев по году, люди, которые проходят подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам, по которых фактически не ведется никаких следственных действий. Люди просто сидят в тюрьме, и власть таким образом давит на наших медийщиков. Несмотря на вот это все, на небывалое количество обысков, когда за этот год силовики врывались в дома и редакции журналистов и изымали технику, деньги, бросали людей в тюрьмы, наши медиа нашли в себе силы перегруппироваться, выехать из Беларуси для того, чтобы перезапуститься и продолжить работать на белорусский рынок. И это очень важно, что белорусский медиасектор на самом деле оставался независимым, чтобы белорусские граждане, белорусская аудитория имели доступ к свободной информации. Что касаемо Белорусской ассоциации журналистов, мы тоже попали под репрессии, как мы ни старались. У нас в офисе дважды силовики провели обыски в квартирах наших, и, к сожалению, мы также были вынуждены выехать из Беларуси. Но продолжаем свою работу для наших коллег, для того, чтобы медийщики чувствовали поддержку за своей спиной и продолжали работать. И я благодарю всех в этом мире, кто поднимает свой голос в защиту независимых медиа в Беларуси и в защиту белорусских граждан, которые сейчас терпят от давления со стороны режима Лукашенко. Это очень важно, и спасибо большое за вашу поддержку.